На часах 6 утра в воинской части 6506 Национальной гвардии на выбор идет весь состав. Большинство солдат-срочников участвуют в выборах впервые. После гимна регистрации военнослужащие избиратели смогут проголосовать только за партии. Боец Национальной гвардии рассказывает, голосует в первый раз. Солдат уверен, от каждого голоса зависит будущее не только города, но и всей страны. Я надеюсь, что эти выборы внесут только положительные изменения. Я голосую за свое светлое будущее. В воинской части больше 500 избирателей. Явка 100%. Итоги передадут в избирком. В выборах, значит, участие принимают военнослужащие в количестве 764 человека. Из них 406 человек впервые в Казахстане голосуют. В Казахстане проходят выборы в Мажилис, Нижнюю палату парламента и в Маслихаты местные представительные органы. Избирательные участки в Шымкенте закроются в 20:00.